Идея этого видео – дать нам возможность послушать, как работал Бим-Бом в течение 250 лет последних. Вот это Франция 1790-1800 год. Там один колокольчик, в отличие от более современных. Вот. Но я подобрал примерно по объему одинаково, что это не только конструкция механизма, но и объем корпуса тоже очень важен. Вот сейчас мы с вами послушаем, как будет бить 250-летней давности часы. Бьет количество часов. Вот этим часам 50 лет. Немецкий механизм уже здесь. Вот. И здесь уже классический бим-бом. То есть два колокольчика. Ну и послушайте, как они будут звучать. Это современно.